Я люблю свой город Курск за то, что меня здесь очень многие любили. Меня любили мои мать и отец, мои братья. Меня любила моя первая учительница Мария Никифоровна Русакова в 19-й школе. Меня очень любил самый сильный педагог музыкального отделения педучилища Штегман Павел Николаевич. Я была любимой студенткой Льва Ильича Уманского, Анатолия Николаевича Лутошкина, Евгения Сеевича Шанина, Алексея Сергеевича Чернышова. Именно в этом городе я встретила Гену Девянина, который полюбил меня, и мы с ним родили двух замечательных, красивых, умных девочек, которые привели в мою семью глубоко уважаемых и любимых зятьев. И я очень рада, что у нас хорошая, любимая и любящая дружная семья. И моя любимая Ниночка, внучка, которая сейчас осуществляет связь между всеми нашими поколениями семейными, от стариков до меня. Я очень любила всех тех друзей, которые со мной объединялись для общей работы. Это Владимир Павлович Дедков, это Анатолий Дмитриевич Солодухин, это многие-многие-многие куряне, с которыми мне посчастливилось жить. И эта любовь переросла в мою ответную любовь к моему городу Курску. Лозунгом Дворца пионеров, который я люблю до самозабвения, является город. Мы любим твоих детей. Будь с нами вместе, и ты будешь счастливый. Дети наши будут счастливы.